Привет, мои хорошие! С вами я, Мария. Сегодня хочу вам рассказать о любимых органайзерах, чехлах и коробочках из магазина Fix Price. И давайте начнем вот с таких текстильных коробочек. Вам они уже известны. Я их использую для хранения детских вещей. Тут у меня всякие простыночки, тряпочки. Это вот маленькая такая коробочка. Также у меня есть Fix Price для мелочевки. Вот такой лоточек предусмотрен. Это, правда, уже более старые коллекции, но тоже очень удобно. Дальше. Большие коробочки, маленькие, тоже вот эти текстильные я использую для хранения детских вещичек, распашоночек, там, ползуночков. Маленькая коробочка у меня также, смотрите, предусмотрена для вот хранения носочков всяких, для мелочевочки. И вот смотрите, даже вот тут вот формируется такое отделение за счет вот этих бортиков. И сюда тоже вот складываю шапочки детские. Знаете, ну вот очень удобно вот такими ячейками. И вещи никогда вот не валяются просто по комодику в шкафах своих. Я вот купила вот такие органайзеры. Мне очень нравятся. Очень удобно их вот вешать, особенно на боковинки в шкафах, на боковые стеночки. Тут у меня эти платочки носовые, ремни мужа. Очень удобно хранить. С обратной стороны тут всякие и перчатки я положила, кепку. Ну, видите, место занимает очень мало, но в то же время помогает хорошо организовать пространство. В другом шкафчике у меня также висит вот такой же органайзер. Тут у меня бахилы, ниточки швейные, чистилка вот для одежды. Кстати, тоже из Fix Price. И вот коробочка с это для ниток тоже из Fix Price у меня. В данной текстильной коробочке я храню воротники от курток меховые. Вот это тоже корзинка пластиковая. Она у меня, ну, тоже она из Fix Price, идет для хранения платочков всяких, капюшончиков. Ну, тоже вот для одежды. А, кстати, вот мне очень понравились вот эти чехлы, тоже из этой же серии, чехлы для одежды. Очень хорошего они качества, стильно смотрится. У них длина очень хорошая. Вот у меня вот это пальто идет по колено, но вот чехол еще вот где-то сантиметров на 15 выше, длиннее. И я, чтобы он не мешался, так степлером подогнула. И что мне еще нравится в этих чехлах, то что большое вот это прозрачное окошко. То есть сразу видно, что хранится в этом чехле. Вот такие тоже я покупала в Fix Price. Но видите, тут окошечко очень узенькое, мне как бы не очень нравится. Но все равно чехол хороший. Но вот эти нравятся больше. Так, что у меня еще из лоточков? Вот эти два лоточка также были куплены в Fix Price. Они с крышечками. Вот вы, наверное, знаете их вот с домиками такими. Тут у меня аптечка. Такой же вот лоточек, как и красненький, у меня идет под диски, тут под мелочевку. Тоже это все из Fix Price. Кстати, смотрите, что у меня есть. Сразу покажу. Очень понравились вот такие вакуумные пакеты. Очень хорошие они. Две штуки 40 на 60 сантиметров и стоят 50 рублей. Я в них вот упаковываю все куртки зимние. Ну, просто спасают, экономит место очень сильно. И вот еще вот у меня не распакованный вот такой чехольчик остался. Вот он 60 на 137 сантиметров у него длина. Тоже вот, ну, классная вещь, очень классная. Вот такая корзинка у меня идет для хранения ниток вязальных. Очень удобно. Кстати, котик вот этот, игрушечка, тоже из этого, из магазина. Здоровская катается. Так, давайте сейчас попробуем. Так. Завести ее надо. Сейчас посмотрим, как поедет. Видите, как едет? Так что, надеюсь, когда маленькая подрастет, будем сидеть на полу с ней катать этого котика.